Приехали в арт-галерею в нашем городе. Там проходит выставка космонавтики. Выставки бесплатные. В качестве прогулки погода хорошая. Решили посмотреть, что там. Это первый зал картинной галереи. Это... Тут на разную тематику картины. Очень красиво. Некоторые, конечно, для меня непонятная тематика. Мне вот это нравится. И самое большое – это птицы. Она самая большая, самая яркая, красочная. Этот зал посвящен порцеляновой посуде. Вот. Даже имена какая-то – Ричард Элтон. Вот это все. Некоторые из них выготовлены на лондонской фабрике. Красиво расписано очень. Это ваза 1898 года. Ничего себе. Крутится. Тут все в таком зелено-голубых тонах. Это вазы. В этом зале в основном вазы. Тарелки расписные в таких огромных размерах. И вот выложено плитами такими квадратными. Красиво, конечно, сделано. Выставка макеты кораблей и картины. Все. Назар нашел, что-то крутит. Можно трогать его, да? Да. И вот сюда смотреть, наверное, можно тоже. Так. Подзорная труба сделана. Вот. Большие макеты. Так, а это мебель. В таком кованом стиле. Рыцарь. Это очень красиво. Это уже ради чего мы пришли. Выставка космонавтики. Фотография. Идет озвучка. Рассказывается. Маленькие экранчики. Вот фотография космонавтов. Вон смотри, дядя в космосе, видишь? Красиво на всю стену сделано. Картина. Пришли в такой детский уголок в виде ракеты, космонавтика, столик, книжечки тут и конструктор. Можно башню строить, вот домики какие-то. Лавочка, подушечки даже есть. Прикольно. Кафешечки заказала. Полина себе только фанту захотела. А Назарику морковный тортик. Безглютеновый. Будем сейчас пробовать. Ну, тут люди сидят, чаечек пьют. Тоже. В кафе выставка наших трех украинских фотографов. Это разрушенный дом от авиабомбы. Мужчина тут вещи свои пытается найти. Аж мурашки по коже. Это мы зашли в зал, где экран такой сделан, как мультяшная. И висят наушники, можно слушать. Тут их три штуки, можно слушать. Там мы уже послушали. А тут детская тематика, такие картинки. Разные, интересные.